Здравствуйте, как вас звать? Здравствуйте, меня зовут Юля. А сколько вам лет? Мне 29 лет. У вас сегодня первое занятие? Да, я сегодня была на первом занятии. Я могу поделиться своими впечатлениями. Мне очень понравилось. Я ничем не занималась там последние недели, полторы вообще. У меня было очень много работы, была стрессовая очень ситуация в жизни. Я уже чувствовала, какие у меня зажимы на спине, ноги. И мне вот сегодня очень хотелось именно восточную практику такую. Я несколько лет назад пробовала что-то подобное и понимала, какой ожидать результат. Но я не ожидала, что уже после первого занятия у меня будет легкость во всем теле, улыбка, которую я никак не могу ни скрыть, никуда убрать. И мне очень понравилось. И, безусловно, я приду сюда еще и один, и второй раз. Будем смотреть, конечно, на мои успехи, но я надеюсь, у меня будет при этом получаться, и тогда это надолго. И я хочу еще сказать, если это видео где-то будет использовано, может, в каких-то рекламных роликах, у вас наверняка есть родители, у вас наверняка есть бабушки и дедушки пожилые, которым очень нужна как минимум суставная гимнастика. Я знаю, что здесь, в этом центре, есть такие занятия. И я серьезно подумываю о том, чтобы своих родителей обязательно на такие занятия приводить, потому что это очень важно, и с каждым годом это становится все важнее. В первую очередь для физической формы, во вторую очередь наше тело влияет на наш ум и на наше настроение очень сильно. Поэтому важно работать с телом. Вот. Скажите еще. Я знаю, вы были на занятии по фитнесу. Да. Есть какая-то контрастность между занятием по фитнесу и занятием по восточной гимнастике? Конечно. Разница колоссальная. Я пилатесом тоже занималась достаточно долгое время, долгое время занималась. И разница... Это совершенно разные направления, и для меня я его определила, они совершенно разные результаты дают. Я их использую совершенно для разных целей. Восточная практика дает мне вот это настроение, вот это такое ощущение центра, ощущение того, что я опять попадаю в равновесие, в то состояние, в котором я должна быть. Потому что жизненные ситуации бывают такими, что они не выводят тебя из равновесия, они зажимают тебя, они зажимают особенно. Я думаю, у многих людей у меня тоже зажимают вот эту зону, и это очень дискомфортно, ты теряешь способность принимать решения правильно, даже так. Теряешь эту связь, это то, о чем вы говорили. В расслабленном состоянии эта связь устанавливается гораздо лучше. Ну, мне здорово. Ну, я впечатлен тоже от учениц, которые так это глубоко рассказали про первое занятие. Супер, спасибо. Есть что еще сказать? Я могу сказать, что я шла за чем-то, и получила я сегодня больше даже, чем ожидала. Мне очень понравилось, спасибо. Спасибо вам. Все хорошо.